Здравствуйте. Информационный час на телеканале НТМ продолжит программа «Тревожная кнопка» в студии Валерия Никитина. В одной из социальных сетей на популярном паблике появилась информация, что поздно вечером 26 июня у одного из торговых центров на Химаше легковушка наехала на оставленную без присмотра детскую коляску. Очевидцы сообщают, что ребенок жив. Вовремя подоспевшие сотрудники скорой помощи госпитализировали младенца. Подробности выясняются. Директор рекламного агентства отправится в СИЗО. 32-летний мужчина обвиняется в совершении незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, а также в нарушении авторских прав. По версии следствия, мужчина действовал в составе организованной группы. Игорные точки были оборудованы в арендованных гаражных массивах города. Вместе с подельником ему удалось выручить свыше 6 миллионов рублей. 14 января этого года мужчину задержали и поместили под домашний арест. Несмотря на это, обвиняемый пользовался мобильником и личным автотранспортом. Перемещался по городу, покидал квартиру. Узнав об этом, следователь обратился в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Заявление было удовлетворено. Фигуранта арестовали в зале суда. К другим темам. Сотрудники пенитенциарной системы вновь пресекли попытку доставки запрещенных предметов в исправительное учреждение. Так, для осужденного к 10 годам лишения свободы, отбывающего наказание в исправительной колонии номер 17, поступила посылка. Ее прислал житель Московской области, который отправил 11 сотовых телефонов и зарядные устройства к ним, а также 11 пар наушников, 6 картридеров и 12 сим-карт. Сотрудники УФСИН изъяли своеобразный подарок. Попытка наладить телефонную связь успехом не увенчалась. В УФСИН по Республике Мордовия провели конкурс театральных постановок среди осужденных. На суд жюри были представлены постановки как известных авторов, так и собственного сочинения осужденных и сотрудников учреждения. В конкурсе приняли участие осужденные 19 учреждений республиканских УФСИН. Все постановки оценивались по нескольким критериям. Это художественное оформление сцены, грим, костюмы, мастерство исполнения, музыкальное оформление, массовость и оригинальность идеи. Лучшими были признаны «Говорит Ленинград» исправительной колонии номер 3, «Алиса в стране чудес» исправительной колонии номер 14 и «По ту сторону фронта» лечебного исправительного учреждения номер 19. По традиции, выпуск завершает наша постоянная рубрика «Внимание! Розыск!». Полиция Мордовии устанавливает местонахождение Моисеева Сергея Александровича, 1993 года рождения. Молодой человек является жителем поселка Николаевка. 17 июня этого года, примерно в час дня, он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Вот его приметы. На вид 25 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в спортивный костюм синего цвета, темные кроссовки. Особые приметы. На шее с левой стороны татуировка в виде штрих-кода. На предплечье левой руки татуировка в виде иероглифов. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам. 25 19 56, 29 77 88, 29 77 61 или 02. На сегодня это все. Больше новостей читайте на нашем официальном сайте ntm13.ru и в официальной группе ВКонтакте. Я благодарю вас за внимание. До встречи!